YouTube. Ama acaba. В детстве нас учили, что с огнем шутки плохи. Малышей предупреждают, спички не игрушка, и неосторожное обращение с ними может довести до беды. Впрочем, к случаям, о которых мы расскажем, и к приведенным фактам, дети отношения не имеют. Тут с огнем играют уже взрослые. А результаты этих игр впоследствии становятся главной темой выпусков мировых новостей. С вечера воскресенья территория пожара вокруг Лос-Анджелеса Общая площадь лесных пожаров в России уменьшилась, но ситуация все равно остается крайне напряженной, сообщает МЧС. По последним данным, число погибших уже достигло 34 человек. Это произошло в 2010 году, были первые числа сентября. Примерно около полудня нам сообщили, что появился дым, и всего примерно за час сгорела такая большая территория. Мы работали до самого вечера, нам помогли из Тбилиси. К вечеру пожар был затушен. Это был случайно возникший пожар. Израильская полиция расследует причины пожара в заповеднике под Хайфой. Предварительная версия поджог. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль впервые сталкивается с пожаром такого масштаба. Случайность, или иными словами, непреднамеренная халатность, составляет более 90% причин возникновения пожара. На естественные причины лесных пожаров приходится 7-8%. В основном они случаются летом, от молний, либо в результате самовоспламенения иссохшей земли или какого-то предмета. Самое незначительное количество, по статистике, приходится на искусственно возникшие пожары. По последним данным, число погибших уже достигло 34 человек.
Летом лесные пожары случаются очень часто, но мы максимально стараемся, чтобы их распространение не приобретало большие масштабы. Потому что в противном случае тушить пожары становится очень трудно, в особенности без современной техники и при неблагоприятных погодных условиях. Это подтверждено и мировой практикой. Есть страны, где бывают большие пожары, и на протяжении недель и месяцев их не удается потушить. Потому что из-за зноя и ветра огонь быстро распространяется на большие площади. В 2005 году полностью было заменено оснащение. Мы работали фактически на машинах 50-60-летней давности. Во время сильных пожаров 3-4 машины у нас всегда выходили из строя. Да и тоннаж их был очень низкий, поэтому тушить огонь было очень трудно. Считайте, что пожары ликвидировались практически голыми руками. Сегодня такой проблемы у нас нет, наоборот. Сейчас мы настолько хорошо оснащены, что часто при работе на пожаре используем не всю оснастку и не все прибывшие машины. Мониторинг лесов рейнджеры Агентства природных ресурсов Грузии проводят ежедневно. Соответственно, на месте происшествия они оказываются одними из первых. Исходя из опыта, могу сказать, что причиной возгорания бывает оставленный местными жителями зажженный огонь. Есть случаи, когда загораются бытовые отходы, мусор. В сильную жару воспламеняется и битое стекло. Поэтому, особенно в летний период, мы работаем, что называется, день и ночь, предупреждаем граждан, чтобы были бдительнее с огнем. Австралия, февраль 2009 года. Выгорело около 13 тысяч гектар лесополосы. Уничтожено около 1800 домов. Погибло более 200 человек. 37 человек пропали без вести. Калифорния. Лето 2008 года. Выгорело более 250 гектаров лесов. Сгорели около 100 строений. Погиб один человек. Греция. Август 2007 года. Пострадало 200 тысяч гектаров леса. Сгорело 1500 домов. Погибло 67 человек. Канарские острова, июль 2007 года. На Гран-Канария, Тенерифе и Гомера было уничтожено более 35 тысяч гектаров леса. Эвакуировано 14 тысяч человек. Южно-китайская провинция Юньнань, март 2011 года. При тушении крупного лесного пожара близ туристического центра Лицзян погибли по меньшей мере 9 человек и 7 пострадали. В числе погибших трое профессиональных пожарных, несколько местных чиновников и добровольцы. На тушение огня дополнительно мобилизованы более 400 человек. Португалия. Огнем уничтожено около 135 тысяч гектаров лесных массивов. В тушении было задействовано 4800 пожарных, 2600 военнослужащих и 49 самолетов. Количество погибших, по разным данным, составило от 11 до 15 человек.
Российская Федерация, 2010 год. Зарегистрировано 33 571 лесной пожар. Сожжено 2 миллиона 100 тысяч гектаров на территории лесного фонда. Пострадали 199 населенных пунктов. Сгорело 3200 домов. Погибли 62 человека. На сегодняшний день природоохранные организации выделяют на нашей планете 25 горячих точек биологического многообразия. Одной из них является Кавказ, в частности Грузия. Общая площадь лесов Грузии составляет 2 миллиона 690 тысяч гектаров. Это примерно 38% всей территории страны. Значительная часть лесных массивов размещена на горных склонах и косогорьях. Поэтому использование их в хозяйственных целях очень ограничено. Они в основном выполняют экологические функции. К примеру, по защите почвы от эрозии и лавин, по защите воды, по регулированию климата. Дать экономическую оценку их жизненно важной роли практически невозможно. Лес как экосистема не является простой общностью деревьев. Это гораздо более сложный организм, нежели, скажем, много деревьев вместе взятых. Шведы, к примеру, говорят, что у них есть очень много деревьев, но мало лесов. Под этим подразумевается, что большая часть лесных ресурсов – это искусственные плантации, которые не имеют природной ценности. Еще один факт. Оказалось, что если сравнить расположенные на одной и той же площади естественный лес с лесными плантациями, где искусственно высажены деревья, то естественный лес вырабатывает на 60% больше кислорода, нежели искусственный. Это также само по себе указывает на значение леса как части экосистемы. Так что повреждение лесов пожарами означает, что экосистеме для восстановления понадобится очень много времени, гораздо больше, чем уйдет на то, чтобы на пораженной площади выросли новые деревья. Пожар в Боржомском ущелье локализован, однако в заповеднике все еще остаются небольшие очаги возгорания. С раннего утра с неба пожар тушили 3 вертолета, однако теперь оставшиеся участки возгорания легче погасить земли. В настоящее время огнем уничтожено более. Это уже то редкое исключение в мировой практике, когда пожар был устроен намеренно. Он стал самым масштабным в истории Грузии последнего периода. И в данном случае игра с огнем обрела политический оттенок. Во время русско-грузинской войны 2008 года в Боржомском ущелье, Хаиши и Атенском ущелье и на прилегающей к Горийскому району территории российскими оккупантами было уничтожено в целом 1100 гектаров лесных массивов. Боржомское ущелье, которое с точки зрения биологического многообразия считается уникальным, оказалось перед угрозой экологической катастрофы. К сожалению, российские войска имеют очень давнюю традицию не беспокоиться о последствиях, не беспокоиться о том, какой урон они приносят экологии. И поэтому в качестве примера можно привести Чечню.
где бомбили все подряд и поджигали леса. До этого был Афганистан, до этого был Вьетнам, до этого было много войн, где применялось оружие, где было огромное количество разрушений, и в том числе нанесение экологического урона. Судьба Боржомского заповедника, более 500 гектаров, была определена российскими военными, и я в этом практически не сомневаюсь. В любом случае, то, что там произошло, это результат войны. В 2008 году в результате вооруженного конфликта между Россией и Грузией в Самсхедж-Авахете и Шидакартли сгорело 1100 гектаров лесных площадей. Ацкури сгорело 950,9 гектара. Гори сгорело 135 гектаров. Оттуда шел большой дым, пошел. Он стоял ощельно. Вызвали пожарных, они приехали. Всю ночь здесь караулили. На утро сильный ветер поднялся. С этой горы на ту гору перешел огонь, перебросился. И отсюда пошло пламя, и оттуда. И получилось кольцо. Правда, пожарники хорошо работали. Но здесь они только мы тушили. И не только Боржоми, Ахалцихи. Все, кто свободные люди были, все здесь были. Все здесь находились. Кто ведрами, лопатами, кирками. Две машины стояли, обливали мой дом, чтобы не сгорел. Сюда война, сюда пожар. Экоцид, или убийство природы. По официальному толкованию, это отравление атмосферы, земли, водных ресурсов, массовое уничтожение живого и растительного мира или иное действие, способное вызвать экологическую катастрофу. По Уголовному кодексу Грузии, экоцид карается лишением свободы сроком от 19 до 20 лет. За то же действие, совершенное во время вооруженного конфликта, законом определено пожизненное заключение. Лишение свободы за экоцид предусматривается и российским законодательством. Кстати, Россия, как правопреемница Советского Союза, находится в числе тех 75 стран, которые ратифицировали Женевскую конвенцию ООН 1977 года. Этот документ касается как раз запрета средств воздействия на окружающую среду в военных или любых враждебных целях. На Всемирном конгрессе охраны природы был признан факт осуществления России экоцида в Грузии. Но ответственности за это пока никто не понес. К сожалению, Россия – страна, в которой не любят выполнять, во-первых, собственные законы, во-вторых, какие-то международные конвенции. То есть российская армия никогда не пользовалась международными конвенциями и никогда не выполняла никаких условий, так называемых правил ведения войны. Через год я был там, в Боржомском заповеднике, и был я зимой. И вот весь этот выгоревший участок – это такое пятно, в котором сохранились какие-то остатки деревьев,
Вот, но это огромное пятно на склоне горы. Это пятно, ну, как язва, которая, во-первых, вредна для Борджоми, для Грузии. А если посмотреть с космоса, я представляю, как очень грустно смотреть вот на последствия того пожара. То, что создавалось годами и даже веками, в один прекрасный день может исчезнуть только из-за того, что кто-то грубо играет с огнем. В 2006 году в лесах Грузии зафиксировано 95 случаев пожаров. Сгорело 765,77 гектара. В 2007 году 6 случаев, 3,4 гектара. В 2008 году 32 случая, 1269,5 гектара. В 2009 году 7 случаев, 60,4 гектара. В 2010 году 21 случай, 371,1 гектара. В 2011 году 4 случая, 7 гектаров. Всего за последние 5 лет на территории Государственного лесного фонда Грузии было зафиксировано 164 случая пожаров, в результате которых сгорело в общей сложности 2477,17 гектара лесных площадей. В детстве нас учили, что с огнем шутки плохи.